Телефон не работает, не включается, не заряжается. Стандартная ситуация, когда гаджеты меняют, а старенький, а вдруг пригодится, отложили на потом. Не заряжается и не включается, потому что на аккумуляторе показывает 0. Сейчас плюс-минус. На мультиметре напряжения нету. Ну что, будем лечить. Подал напряжение на контакты. Плюс-минус 4,2 вольта. И батарейка ожила. Теперь данное устройство должно ее видеть и будет заряжать. Сейчас покажу. Подключил. Зарядка пошла. Батарейка полностью разряженная. 1%. Ну, включать пока не будем. Пусть зарядится хоть процентов на 10 хотя бы. Прошло какое-то время. Видим, что уже 12% есть. Включаем. Пока зарядку отключим. Да к тому, что он долго лежал, аккумулятор ушел в защиту, и зарядка уже не видит аккумулятор. Ну, типа аккумулятора нет. Видите, все включилось. Подключите зарядное устройство, осталось 12%. Ну, так и сделаем. Просит, так и сделаем. Телефон, который уже не работал, теперь осталось зарядить. Вот идет индикация зарядки. Так что как-то так. Хотя все, что я делал, не для того, чтобы восстановить телефон. Для того, чтобы восстановить батарею. И когда нет света, можно было бы вот так вот сделать себе ночничок от телефона, которым мы уже давно не пользуемся. Ну и тем не менее, как аварийное освещение и подсветочка. Спасибо.